Здравствуйте, в эфире программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Портативный аппарат УЗИ, уникальное оборудование теперь есть в рязанском кардиодиспансере. ЛДПР, яблоко и самовыдвиженцы. В Рязани стартуют выборы депутатов Гордумы. Лето – не время отдыхать. Где найти работу подросткам? Привлечение дополнительных денежных средств в регион за счет медицинского туризма, повышение качества медицинских услуг и улучшение инфраструктуры обсудили сегодня на первой межрегиональной конференции с иностранным участием. Она называется «Перспективы развития медицинского туризма в российских регионах. Рязанский край». Там побывала Мария Рудая. Конференция подобного рода впервые прошла на региональном уровне. Медицинский туризм – вопрос более чем актуальный. По данным, которые озвучил глава региона Николай Любимов, эта отрасль еще и крайне прибыльная. За прошлый год объем денежных вливаний в мировую копилку составил более 10 миллиардов долларов. При этом доля России составила лишь 250 миллионов долларов. По прогнозам специалистов, эта цифра будет расти за счет активной работы регионов в этом направлении. Развивать мы сейчас стараемся высокотехнологичную помощь. То есть то, что, чего нет в других регионах. Вот недавно совсем ряд операций наши медики сделали и в УКБ, и в кардиологическом центре, которые делаются только в федеральных центрах. То есть их другие регионы просто не могут делать. И это вот как раз направление, оно способно привлечь реально большое количество людей как из других регионов, так и из-за границ. При этом в финансовом плане выигрывают все и федеральный центр, и область. Уже на сегодняшний день можно сказать, что более 40% людей приезжают в Рязанскую область для того, чтобы посетить стоматологические клиники. Задача номер один – добиться подобных результатов и для других отраслей медицины. При этом есть существенное разделение на частный сектор и государственный. В последнем случае будут разработаны специальные квоты по программе обязательного медицинского страхования. Здесь пациенты не должны будут платить за оказание помощи. За них заплатит страховая компания. То есть деньги из страховых компаний других регионов будут поступать в наш. Таким образом, решается сразу несколько важных вопросов. Во-первых, возрастет интерес инвесторов. Во-вторых, будет значительно повышено благосостояние работников отрасли. Да и уровень оказания медицинской помощи с каждым годом будет только выше. В том регионе, куда идут люди, значит, здесь высокий технологии, значит, здесь квалифицированные кадры, значит, здесь качественная медицинская помощь. Да, и именно вот это дает развитие как раз всему здравоохранению. Мы сейчас видим, вы, наверное, видите, что действительно здравоохранение сейчас качественно развивается в Рязанской области, проводятся уникальные операции, появились определенные лидеры. Поэтому наши люди, в том числе, будут получать, наоборот, очень высококвалифицированную качественную медицинскую помощь. Медицинский туризм сейчас безусловный мировой тренд. Наметилась устойчивая тенденция, когда пациенты не только из стран ближнего зарубежья, но и Европы едут поправить здоровье в России. Хотя, конечно, есть некоторые страны-лидеры, у которых стоит поучиться. Это и Германия, и Израиль. Но ввиду событий, происходящих в мире, глобальных событий, у России появляется замечательный шанс выдвинуться в этом направлении. И замечательно, что Рязань уже предлагает определенные пути к тому, чтобы развивать медицинский туризм, продвигаться шагами, уверенными в этом направлении. Несомненным лидером среди медицинских учреждений региона стала областная клиническая больница. Только за прошедшие полгода там провели более 650 уникальных операций. Именно в УКБ пытаются попасть жители других областей за тем уровнем помощи, который они не могут получить у себя. Сейчас уже новый тренд есть. Люди уже едут не в какую-то клинику, включая ведущий ФГУ, а уже на конкретного человека, на конкретного эксперта. Где он уже будет их оперировать? В этой ли клинике, либо в какой другой, уже вопрос второстепенный. И вот это сейчас выходит на первый план. Поэтому основной задачей, которую мы у себя в клинике развиваем, это прежде всего развиваем специалистов, чтобы уже приезжали не только к нам в клинику, как в клинику, но и к конкретному специалисту, который известен не только у нас в России, но и в мире. По словам специалистов, Рязань, благодаря сравнительно невысоким ценам, удобной логистике и высочайшему уровню медицинского обслуживания, действительно может стать достойным преемником ведущих мировых клиник. Именно к такому результату сейчас и стремятся на самых разных уровнях. Конечно, были определенные опасения по поводу того, что из-за наплыва пациентов из других регионов снизится доступность медицинской помощи для местных жителей. Но по всем прогнозам они не сбудутся. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Портативный аппарат УЗИ приобрели для рязанского кардиодиспансера. Его стоимость более 4 миллионов рублей. Уникальность оборудования в том, что его можно легко перемещать по больнице, проводить исследования тяжелобольных пациентов в палатах реанимации и интенсивной терапии. Подробнее в сюжете Дины Исляевой.
Врач УЗИ приходит в палату интенсивной терапии к пациенту, которого накануне вечером привезли с инфарктом из райцентра. Первую помощь ему оказали вовремя, уже в Рязани сделали операцию. И хотя состояние стабильное, за основными показателями здоровья все равно нужно следить. Сейчас я смотрю потоки крови в сердце больного. Новый аппарат УЗИ уникален в первую очередь своей мобильностью. Когда нужно провести обследование, не пациент идет к диагносту, а врач приходит в палату, что немаловажно для кардиодиспансера. Например, больным после инфаркта лишние движения ни к чему. У нас был портативный аппарат, но его надо было нести в руках. Он весит 11 килограмм. В общем, достаточно с ним хлопотно. Вот. И, кроме того, тот аппарат, вот, в отличие от этого, он не имеет возможности записи клипов, вот, какой-то передачи потом изображения. Здесь можно и на съемные носители передать изображение, записать, потом это все проанализировать. Аппарат можно быстро включить и не думать о том, есть ли свободная розетка в палате. Он может целый час работать без электричества от аккумулятора. Уникальность этого аппарата в том, что его можно использовать во время операции для того, чтобы оценить, насколько успешно проведено вмешательство. Уже на этой неделе одному из пациентов диспансера будут устанавливать искусственный артальный клапан, и новый аппарат УЗИ будет работать в операционной. С его помощью врачи будут следить за тем, как работает новый протез. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 4 июля в стенах администрации города состоялось заседание городской избирательной комиссии. Там был принят ряд важных решений, о которых узнала Мария Рудая. На повестке дня 19 вопросов, которые касаются работы избирательной комиссии и подготовки выборов. Напомним, сами выборы в Рязанскую городскую думу состоятся 9 сентября. Сегодня принято решение о назначении уполномоченных от политических партий и уполномоченных по финансовым вопросам, а также вопросы, которые касаются деятельности комиссии. На момент проведения заседания две партии подали свои документы для участия в выборах в городскую думу. А по факту можно сказать, да, пришли две партии. Это ЛДПР и партия «Яблоко», по которым мы сегодня, по документам которых мы приняли сегодня решение о заверении списков по единому муниципальному списку и по одномандатным избирательным округам. Кроме того, были выдвинуты два самовыдвиженца по 9 и по 18 округам. Остальным кандидатам от партии и самовыдвиженцам подать списки можно будет в будние дни с 14 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Обмеление рек и озер в Рязани. Ранее мы уже рассказывали о грязи, которая образовалась в одном из водопритоков Рюминского пруда. Теперь под недовольные взгляды горожан попала река Трубеж. Позади кассы на экскурсионный теплоход находится обмелевшая река. Выглядит это зрелище скорее страшно, чем комично. Обмеление реки наблюдалось уже несколько лет подряд, однако таких масштабов не достигало. В настоящий момент весь участок от понтонного моста до пристани – это грязь. В редких ручейках среди мусора плавают утки и ходят в поисках еды чайки. Причины такого обмеления реки называют самые разные. Некоторые жители острова ссылаются на старожил, а другие говорят, что причина в состоянии дна. Обмеление почему, как вот некоторые старожилы то здесь называют, потому что там где-то под орлом перекопали, и поэтому наполнение не получается. А, конечно, так совсем не стали экскурсионный пароход вот этот отходить отсюда. Конечно, наводит тоску. Все обещали чистить, но ничего не очистить. Вот это она постепенно намывает, и все, и мелеет. По словам местных жителей, Трубеж мелеет уже давно. Правда, на жизни людей это никак не сказывается. Единственное, что меняется, это длина понтонного моста. А в остальном никаких изменений они не чувствуют. Чего не скажешь о работниках порта. Уже давно обмеление реки внесло свои коррективы в их работу. За моей спиной автобус, который отвозит желающих прокатиться на теплоходе к другой пристани. К его услугам прибегает уже не первый год. Причина – в обмелении реки Трубеж, из-за которой к этой пристани теплоход попросту не может подойти. В 19 веке ученые предположили, что название Оки произошло от угрофинского слова «йока», означающее «большая вода». По словам специалистов, Ока мелеет уже на протяжении нескольких десятков лет. Объемы транспортных перевозок сократились, реку в некоторых местах перестали чистить. Работники пристани приводят другую версию обмеления Трубежем. По их словам, дело здесь в том, что воду забирают для судоходных путей. Официальных комментариев пока никаких нет. Неизвестно, останется ли Трубеж в таком состоянии или будут приняты какие-нибудь меры. Валерий Седов, Олег Парамсин, телекомпания «Город». С наступлением летнего сезона автомобилей на дороге стало меньше. Многие уехали в отпуска. Вот только лихачи на дорогах остались. За несколько дней в Рязани уже произошло несколько крупных аварий.
4 июля на путепроводе Московского шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Притом виновником аварии стал водитель, который, по словам очевидцев, решил проскочить на красный сигнал светофора. Как результат, машина столкнулась с двумя другими. О пострадавших не сообщается. 5 июля произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля ВАЗ-2107 на улице Циолковского. На месте аварии работает эвакуатор. Официальных комментариев по ДТП пока не поступало. Рязанская область выделит еще 100 миллионов рублей на ремонт местных дорог. Соответствующую поправку в бюджет одобрило региональное правительство 3 июля. Это не единственное изменение в бюджете. Также муниципалитеты на благоустройство города получат 30 миллионов рублей. 42 миллиона планируют направить на развитие коммунальной инфраструктуры, а 20 миллионов – на поддержку аграриев. На внедрение информационных систем в медицинских учреждениях из резервного фонда правительства России в город поступило 34 миллиона рублей. Утвердить эти изменения в бюджет должна областная дума. Правительство страны планирует увеличить размер пособия по безработице. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что Минфин готовит пакет документов, в который входит предложение по созданию квалифицированных рабочих мест, переобучению специалистов, а также инициативу увеличить пособие по безработице. Сейчас минимальный размер пособия составляет 850 рублей, максимальный – 4900 рублей. Ранее Минтруд предлагал поднять пособие по безработице до прожиточного минимума. Чем заняться подростку летом? Многие уверены, что лучший вариант для школьника – работа. Ее поиск зачастую становится головной болью для детей и их родителей. Где же найти работу несовершеннолетнему? В теме разбиралась Анна Малистова. Сергею и Алексею 15 лет. Они работники по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Мальчики помогают красить забор, подстригают кусты, подметают, выдергивают сорняки. Юноши устроились на работу через центр занятости. Сергей хочет быть самостоятельным, иметь свои карманные деньги. А Алексей мечтает купить велосипед. Мальчики признаются – трудиться им по душе. Не так все сложно, как я ожидал. Ну, первые дни, конечно, сложно, а потом, в принципе, привыкаешь. Это подготовка к будущей жизни. Все рано или поздно начнут работать, и для меня это будет более привычно, я думаю. Ольга Владимировна, мама Сергея, уверена, работа во время летних каникул пойдет подростку только на пользу. Это дисциплинирует. Это правильное распределение рабочего и вообще дня ребенка. Это, я думаю, поспособствует дальше в его и учебе. Он должен понять, что, в принципе, учиться дальше надо. Подросток имеет право зарабатывать с 14 лет, но в трудоустройстве юношей и девушек до 16 есть свои особенности. Это касается, к примеру, количества рабочих часов в день. Для подростков до 15 – 4 часа, до 16 лет – 5 часов в сутки, в период летних каникул. 14-летние подростки, помимо согласия родителей, должны предоставить разрешение органов опеки и попечительства. По данным Центра занятости, с начала года по Рязанской области было трудоустроено более 800 подростков, в городе более 300. Трудоустройство несовершеннолетних производится на такие рабочие места, как благоустройство, озеленение, посильный ремонт там, школьного инвентаря, если их школа принимает на работу, то есть подсобные работы. Ну, вот крупнейшими работодателями для несовершеннолетних на территории региона у нас является авиационный ремонтный завод. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Дарья уже около месяца не может найти работу. Ей 16. Несмотря на то, что нужное предложение девушка пока не нашла, она уверена, работу в интернете искать гораздо эффективнее. Дарья в прошлом уже обращалась в центр занятости. В том году я пыталась туда сходить, но мне предложили всего лишь одну вакансию, ссылаясь на то, что у меня небольшой возраст, и эта вакансия мне не подошла. Это была программа по озеленению города, а у меня аллергия на цветы. По словам сотрудников центра занятости, в начале лета желающих слишком много, поэтому они не могут предоставить работу всем подросткам. Бывают случаи, когда подростков не устраивает заработная плата или сама должность. Предлагают мало вакансий и совсем небольшие зарплаты. В интернете, наверное, найти можно больше. Гоняясь за большей заработной платой, подростки рискуют наткнуться на недобросовестного работодателя, который не задумывается о соблюдении необходимых условий в отношении несовершеннолетнего работника. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».
предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж, дубовая аллея, все необходимые коммуникации, чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте караси62.ру. Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54.